Привет, Алиса! Привет, Сеня! Смотри, что у меня есть. Это же куку-бокс. Вот это да! Это же кукутики. Девочка, мышонок, свинка, мальчик и енот. Давай откроем. Давай. Давай. Так. Интересно, оп, что там внутри? Оп. Давай быстрее, мне уже не терпится. Еще чуть-чуть осталось. Потерпи немножко. Я уже открыл. Молодец. Давай посмотрим, что же тут. Давай так. Быстрее. Мы вытаскиваем. Так, и... интересно, посмотри. Смотри. Тут доска какая-то. Что под этой доской? Давай посмотрим. Смотри. Ого! Это же доска для рисования мелками. А, смотри. Смотри, тут мелки есть. Как много разных мелких фигурок, деталей. И мне у меня к тебе предложение. Какое? Давай соберем какого-нибудь кукутика. Давай. А кого? Давай свинку. Давай свинку. Смотри, это ставится вот так вот. И давай вот так вот. Вот ее голова. Да. Оп. А вот и тело. Давай искать ножки. Ножки. Какие же ножки? Ты помнишь, какие у нее ножки? У нее ножки в полоску. Я помню, в полоску. Да. Вот, смотри, это ее ножки? Да, точно, ее. Опа. Так, и вот, наверное. Точно. А какие у нее кеды, ты помнишь? С белыми шнурками. А какие? А какого цвета? По-моему, синие. Точно, синие. Так, а где же тут синие с белыми шнурками? Я смотри, нашла. Вот. Так, вот так вот. И вот так вот. Теперь нужно найти ее ручки. А то свинья без ручек, странно. Одна ручка, я помню, что у нее была в горошек. А я помню, что вторая ручка была просто розовая. Точно. Ты ищешь в горошек ручку, а я ищу розовую. Давай. Вот, я нашел. А я розовая. Левая рука в горошек, а правая розовая. У нас получилась свинка Няша. Ура! Смотри, она ожила. Ух ты! Какая она радостная и красивая. Не говори. О, смотри, это похоже на машинку. И тут написано молоко. Да, но чего-то не хватает. Мне кажется, что тут не хватает колес. Давай найдем их. Давай. Вот, смотри, одно колесико. Ага. А где же второе? Вот и второе колесико. Теперь наша машина может ездить. О, смотри, это же та машина из мультика. Там, где мышонок и свинья развозили всем детям молоко. Точно. О, привет, привет. Ой, какая у тебя интересная машина. В этой машине возят молоко. Если хочешь, можем на ней прокатиться. Но сначала нужно пристегнуться. А, машина едет далеко, далеко, далеко. Везет машина молоко, молоко. Крутятся колеса, машина едет. Молоко к ребятам скоро приедет. Ура, молоко! Я очень люблю молоко. Едем дальше. Машина едет через лес, через лес, через лес. Везет машина Геркулес, Геркулес. Есть мы будем кашу, нашу кашу. Мы накормим Машу и Сашу и Дашу. Каша – это вкусно и полезно. Я просто обожаю кашу. Едем дальше. Машина едет по горам, по горам, по горам. Везет лекарства докторам, докторам. Будут все здоровы, здоровы, здоровы. Радуются дети и даже коровы. Машина едет по дворам, по дворам, по дворам. Везет она игрушки нам, игрушки нам. Ведерко и лопатка для мышонка, а кукла и коляска для поросенка. Едем дальше. Машинка едет отдыхать, отдыхать, отдыхать.
спать. Машинке тоже нужно спать, нужно спать. В гараж заезжает, фары выключает. Нужно отдохнуть, ведь завтра снова в путь. А тебе понравилось? Нажимай на экран и смотри дальше.